тяжелее, чем кажется. Слушай, брат, я сделал, как ты хотел. Давай мы с тобой поговорим. Арасака-сама, Ото-сама, но сацугайхан мицукемашита. Коно отоко де мачигаэримасу. Хай. 1 часа 5 минут в отскокату. Помогите! Слышишь меня? Мне нужна помощь! Теряй сознание еще раз. Не закрывай глаза. Нам обоим нужна медицинская помощь. Есть триперы, которым ты доверяешь? Мы должны ехать к Риперу. Быстро. Виктор. Надо ехать к Виктору. Сами не доберемся. Надо, чтобы нас туда отвезли. Позвони кому-нибудь. Ладно, ладно. Здравствуйте. В данный момент вы находитесь вне зоны оказания услуг. Забери. Забери меня отсюда. Мне надо в эзотерику Мисти.
рядом с Виком. Как пожелаете. Транспорт в пути. Ожидайте через 20 минут. Что ты делаешь? Эй! Личный порт поврежден. Пожалуйста, вставьте штекер чуть ниже уха, но не слишком глубоко. Между лимфоузлами под мышцей должны быть дополнительные нейропорты. Если я поврежу вену, он умрет. Как и в случае, если вы ему не поможете. Кажется, я нашел порты. Подключите его. Я не могу. Мне надо отдохнуть. Это твоя кровь? Мисти! Давление падает. Это нейрогенный шок. Он умирает. Придется пилить затылочную кость. Другого пути нет. Есть риск, что... Я знаю, что делаю! Как он там? Ну, восстанавливается дольше, чем ты, но жить будет. Ви, ты меня слышишь? А, как больно. Как себя чувствуешь? Блять. Не знаю, Вик. В ушах звенит, и всякая хрень мерещится. Так, а у тебя что, галлюцинации? Ну-ка, давай, пиши. Свет бьет прямо в глаза. Очень шумно. Я стою на сцене и почти задыхаюсь. Меня разрывает от ненависти. Я ору что-то злобное в микрофон. И понимаю, что это не помогает. Ненависть не уходит. А потом... Только не смейся. Я подкладываю бомбу под Росака Тауэра. Было бы над чем смеяться. Найт-Сити выглядел по-другому. Незнакомо. И я ненавидел его. Всех. Всех, кто в нем есть. Все было по-настоящему. Не как во сне. Ви, это были не сны. Это были воспоминания. На твоей щепке конструкт личности. Ты видел его прошлое. Подожди. То есть на чипе в моей голове записан настоящий террорист? Ну да. Джонни Сильверхэм. Его звезда закатилась больше 50 лет назад. Слышал про подрыв штаба Арасаки? Его работа. Говорят, он погиб под развалинами.
Я бы сейчас поговорил о более важных вещах. Ты меня пугаешь, Вик. Что такое? Ну, в общем, тебе осталось недолго, малыш. Что ты сказал? Биочип — это как бомба замедленного действия. В общем, тебе осталось недолго. Максимум пара недель. Конструкт Сильверхенда переписывает твое сознание. Он будет работать, пока не получит контроль над твоим телом, и тогда ты просто исчезнешь. Ви, это важно. Ты меня слушаешь? Ты несешь какую-то дикую хуйню. Я не верю тебе. Знаешь почему? Потому что в этом нет никакого смысла. Что бы со мной ни происходило, должно быть логическое объяснение. Должно быть! Ты же лучший из лучших. Почему ты отказываешься мне помочь? Тебе длинное объяснение или короткое? Рассказывай все от начала до конца. Хорошо. На чипе записан конструкт. Это Джонни Сильверхенд. Ты вставил его в височный разъем. Ничего не произошло, да? А потом тебя убили. Да. Ебучий Декстер Дешон. Как я вообще оклемался после этого? Маленький калибр. Тебе повезло. Мистер Дешон сделал в тот вечер много ошибок. Нанит из чипа сразу начали тебя чинить, заполнили твой мозг и выгнали тебя на свет в конце тоннеля. Ты доктор Виктор, а я твой монстр. Круто. Тело — это просто тело. Его можно улучшить, усилить хромом, хоть взять и целиком, блядь, поменять. А вот твой разум... От разума — это совсем другая история. По мнению биочипа, клетки твоего мозга — это опухоль, с которой надо бороться, понимаешь? А твое тело — пустое хранилище для конструкта. То есть этот ебучий террорист хочет меня стереть и забрать у меня тело? Да ничего он сам по себе не хочет, понимаешь? Это автоматический процесс. Его нельзя остановить. А нельзя просто выдернуть этот биочип? Или выключить? Не-не-не, это исключено. Тогда ты умрешь сразу. Ты же всегда мне помогал. Если не можешь меня спасти, хоть посоветуй, что делать. Пожалуйста. Вик. Если б я знал, малыш. Мисти. Ты слишком много хочешь от такого дедули, как Вик. Пойдем, я отвезу тебя домой. А потом он умер. И я подумал, что тоже сейчас умру. Там, во сне. Сон — это маленькая прелюдия смерти. Может, я и не просыпался? Я же мог просто там сдохнуть. Не думай об этом, Ви. Расслабься. Смотри, это твои таблетки. Омега-блокаторы, принимая регулярно. Они замедлят действие твоего чипа. Эти таблетки заставят молчать гостя в твоей голове. С
псевдоэндотрезин от меня. У него обратный эффект. Он ускорит процесс. Освободит демона, так сказать. Таблетки, которые будет этого уёбка, чтобы он быстрее меня убил? Какое-то время все будет нормально. А потом настанет долгая и болезненная агония. Я просто даю тебе выбор, милый. Мозг можно обмануть. Анестетики это и делают. Твое сознание погибнет, Ви. Ты будешь чувствовать, как распадается твоя личность. В какой-то момент ты не узнаешь себя. Это будет ужасно и болезненно. Но ты можешь этого избежать. Сука. Тогда зачем таблетки? Я просто сразу пущу себе пулю в лоб. Тогда погибнут сразу две души. Ты этого хочешь? Мне нужно лечь. Ах да, последний подарок. Она была у тебя в черепе. Возьми на удачу. Обещай мне, что поспишь. Ты же слышала, сколько мне осталось. Какая уж тут удача. Не дури. Пока ты жив, есть надежда. Главное, чтобы ты сам в это верил. Думаешь, у меня есть шансы? Я выживу? Конечно. Ты один раз уже умер и все равно вернулся к нам. О. Мисти, стой. Насчет Джеки. Что? Он часто говорил о тебе. Знаешь, мы ведь поссорились. Перед тем, как он уехал на это дело. Он на тебя не злился. Ты знаешь, наверное. Да. Просто жалко, что наши последние минуты вместе были такими. Тебе сейчас надо отдохнуть. Пожалуйста, поспи. Я выберусь отсюда, ты понял? Я убью любого, кто встанет у меня на пути. И тебя тоже. Мне надо покурить. Где у тебя курево? Сюда зашел. Почему мы разговариваем? Да мне-то откуда знать? Не понял. Ты, блядь, кем себе сомнил? Отвали ты от меня! Чё?
ёбаный чип. Я его своими руками выдеру. Нет, стой! Я получу контроль. Я найду как. Ты меня слышишь? Свали из моей головы! Нет! Лучше вставь себе ствол в рот и застрелись. Я чувствовал, как наши сознания соприкасаются. Я словно гниль, которая пожирает тебя. И я не могу это остановить. Слышишь? Как бы я хотел сейчас проблеваться! Это только копия энграммы. А есть и другие. Должны быть. Блять! Отъебись от меня! Выметайся, уёбывай, слышишь? Надо убить себя. Это единственный выход. Слышь, сучонок, стреляй себе в башку, блять!
Город Такимура. Надо встретиться. Приходи в дайнер дома. Нет, простите, я и так еле на ногах держусь. Если что, я ведь спас тебе жизнь. Теперь мне нужна твоя помощь. Честно говоря, я еще не пришел в себя после того, что со мной случилось. Это случится еще не скоро. Так и что же? Если ты хочешь жить, тебе нужно вернуться в игру. Время не ждет. Дайнер дома. Я буду там. Сити просит быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось... Привет, это Ификбал и новости WNS. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Люциус Райн ушел из жизни. О смерти Райна сообщила его семья. Он мирно скончался во сне. Точная причина смерти пока неизвестна, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Функции Райна на оставшейся на выборах срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлдон Холл. Холл также объявил, что... Джонни, ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно.
камбе истекли!